Привет, дорогие подписчики и зрители наших каналов. С вами снова Шустрила, Артём, Сейтан Рулс, Гриша, Джек Шепард и я, Артур. Всем привет. Привет. Всем привет. Мы продолжаем играть в Звездные войны. Мы находимся в диких землях Дромунд Кааса, и сейчас нам нужно... Ну, починить терминалы, допустим, да. Вот за задание Black Science нужно починить терминалы. Да, раз да. уж мы тут рядом оказались. Да, отремонтируйте кто-нибудь, пожалуйста. Давай. Все кинулись сразу. Все втроем такие чинить. Техподдержка. Молодцы, ребята отремонтировали терминал. Осталось еще два, осталось первый и третий. А что это за квест вообще? Что там пишут? Black Science, давайте посмотрим. Хороший вопрос. Короче, нужно обойти систему защиты следящего наша устройства. Наша убивать всех, поэтому... Ну, ваш-то да, но... Да. Вы там объясняйте, что у нас за квестом пока так, клейте тёлок. В общем-то, да. Перезагрузить эти терминалы нужно. Отлично. Я всегда... Чтобы попасть в поместье этого лорда Гарата. Да. Мы, кстати говоря, уже заканчиваем эти квесты выполнять. Да. Скоро мы уже, да, на другой планете. Ну, сначала, то есть мы с флешпоинтом закончим. Я еще к этой даже не успел привыкнуть. Хорошая планета, мне она больше понравилась, чем Кориба. Меня бы не сказал, кстати, планеты показались жалкими и недостойными. Скоро отсюда улетим. Вот посмотрите хотя бы на карту этой планеты. Недостойными меня, да. Посмотрите, еще полкарты не открыто даже. Пойдем, ребята. Ну, подойдите. Посмотрим. Ну, я могу сказать, что у меня открыта вся карта, и там событий не так много осталось. О, я знаю, что я забыл. Что? Я забыл запротектить Артура. Да ладно. Переживу. Тогда я тоже сделаю. Пони. Вот, пони. Ага. О, 600, кстати, прилетело, видел? Да я уже неплохо так прилетает. Мне еще сейчас после того, как уровень поднял, надо будет вернуться там. А похоже, что это крит. Потому ну, оно все равно и так неплохо прибавляет. Нужно еще к этому, к тренеру подойти, возможно, ну, там да, еще получше будет. Так, мы бежим. Мы бежим не туда. Мне кажется, как на квест Шустрилы. Давайте тогда его сделаем и на обратном уже пути, когда пойдем все возвращать, будем идти. Что хочу вам сказать. Да, давай. А, ну да, все правильно. У Артура, у тебя же должен появиться в лучших традициях ММО, как его, массовый хил какой-нибудь. Не знаю, как он будет здесь реализован, но... Ну, может, не сейчас. Но что-то такое должно быть. Нет, это появляется обычно на очень ранних уровнях. О, отремонтируйте терминал. Пока ничего такого молодец. Не замечено. Я не могу сказать, что я его отремонтировал своим действием. Да нормально. Это все тот же квест? Мы что-то были уже, нет? По ремонту терминала. Это просто квест Шустрила написано. Он один его делает. Понятно. Говорит, лифты для того, чтобы их ждать. Вперед меня полетел. А что он говорит? Паркур! Так у меня же iPad есть. Самое интересное, он за него получил я почти весь. Ну кольни что-нибудь уже. Ты не буду тебя колоть. Чувак! Ну и ладно. Яс. Ох, как хорошо. В нос тебе. Сразу прям в ноздрю просто. Робот-ассасин, о господи. Такие бывают. Бывают и такие. Вот этот наш прыжок, блин, он бесит иногда, потому что тебе пишут, то ты слишком далеко от цели, то ты слишком близко от цели, блин. Не, нормальный прыжок, как в Вове подбег. Артур просто рядом в стелсе постоял. Да, я хотел бэксэпом сделать, но я забыл, что он требует 10 энергии. Надо наверх подняться. Поэтому я просто постоял, посмотрел. Ой, я нашел терминал, который отремонтировать надо. Давай. Джек Шепард мастер. Я думал, ты его ремонтируешь уже. Нет, тут просто видишь, ребята. Вы своим стандартным методом его ремонтируете? Я отремонтировал. Я отремонтировал. Молодец, отлично. Он починен, я думаю. Ого, какой бластер. Бластер-ужастер. Причем он синий. Это даже не мне, потому что я бластерами не пользуюсь. Ну, я попробую его взять. Но получил его, конечно, Артём. Окей. Это тебе застрелиться, чтобы больно. От безнадёги просто всё. Молча его получил. Не, просто тут какой-то размот. О, все, у меня кончилось место для вещей. Я иду последний это чинить. Тут можно увеличить за 5 косарей. Сейчас начинь. Дайте 300 копеек. Джек, Артур, стой. Артур, мы же с тобой друзья, правда? Лучше, да. Другу надо 300 копеек. Выручи 300 друга. Копеек. А как перекидывать? Через трейд. А, тоже да. О, спасибо. Увеличить инвентарь. С тебя 1000 в будущем. По-дружески. А нет у тебя еврейских корней, друг мой. Что вы таки наговариваете? А что вы это такое говорите? Ребята, ну у тебя это какое-то такое. А нет, нам туда, нам не туда, нам туда.
туда. Не туда, а туда, нам понятно. Туда, раз уж вы такое говорите, то за каждую протекцию вы будете платить мне в размере чуть больше, чем ваши шприцы. В размере оклада. У тебя такой еврей с украинским акцентом получился. Одессит. Настоящий безумец. Сержа, наверное. Так, открываем дверь. И входим. И заставка. Переводи арт. Я переводил, что ли? Ну ладно. Незнакомец приближается, мама. Я Силванта Грат. Как ты смеешь входить в комнату моего сына без приглашения? Ты кто? Твой! Твой этот! Сейчас ты мертва будешь, когда тебе без разницы будет. Я Сид, говорит, а мой сын ученик, нас не так просто взять. Сынок, говорит, прячься. Не, мама, я с тобой рядом буду. Атакую! Big mistake. Охуенно! А чё на меня-то все? Артур, я защищу тебя, друг. Прыжок. Да ладно. Они слишком слабы. Что, да что все, сынок, сын, что помочь? Акалит, Ситх, главное, у кого граната. А, все уже, что ли? Да. Да. Я, блин, даже не успел драк начать. Ну чё, ты поговоришь, может? Сейчас, одну секунду. Хватит. Мы тебе не ровня, очевидно же. Если мы должны умереть, я должна знать, что мы сделали, чтобы заслужить смерть. Ничего не объясняю, бей просто их. Убей. Вы должны сдохнуть. Да. Я ударил твоего... Я убью твоего сына, чтобы ваш... Короче, вашего... Что его мужа... Мужа. Да, именно. Сынок, ты не должен перед собой жертвовать, даже ради меня. Ты должен выжить в любом случае. Ты сюда прошел только, чтобы убить мальчика? Да, я жажду крови. Кращи нас. Она говорит помочь им, и они нас помогут, они помогут мне. Убить это довольно... лорда Слушай, Гретма. А ведь это хорошее предложение, но! Но! Мальчи, братин! Беги, сына! Если я умру, то умру вместе с... Аааа! Пошла к черту! Фанатики! Не трогайте меня! Вот так! Фанатики есть фанатики. Так дела и делаются. Катитесь в ад! Я временами вас побаюсь начинаю. Если бы вы не сидели на моей героиновой зависимости, то уже давно бы убили. А может это, кстати, побочный эффект? Да, кстати. Неконтролируемая ярость. Пойдем. Вообще было круто. Не очень утонченно, но... Да, особенно утонченно было с мамашей. В стену ее. А мы заходить не будем, наверное, там? А, ну в принципе, да. Там же драка будет. Нет, мы понимаем, что ты сначала переспал с его мамашей, а потом с ним, наверное. Да ты что, у нее, ты посмотри, какая у нее шапка. Тут типа все. Только шапка меня, да, останов... Ой, ребят, я наверху на контейнере. Ты как туда попал вообще? А, ну понятно, как туда попал. Давай, Джек, разберись. А мне тут норм. Уселся там. Разберись, мать. По твоему квесту, главное, зашли. А мне, говорит, норм. Хватит. А я попробую как-нибудь по-другому посмотреть. Die, I must know. What have we done to deserve death? It's not personal. Ничего личного. Then perhaps you'll entertain another option. You have fought your way into the inner sanctum. Правильный выбор там только один шаг. You are a breath away from the master himself. Spare us, and I'll help you destroy Lord Grathen instead. You want me to kill your husband? Это отличная жена. Aren't you the dutiful wife? Я женилась на нем только ради власти. Ну, ради власти тем более надо убить. Артур, ты посмотри, какая она гнилая. Ты ведь тоже хочешь это сделать. Как зебра, ведь. Ну-ка, а если продолжить, типа, я слушаю? И потом прикончите. Коварный фанатик. Не будет чего подозревать. Что на нашей стороне. Теперь он может не существовать без его маски. My son will wear the mask and assume his mantle. Сын оденет маску и типа. He'll publicly rant that his son was murdered. No one will be the. А вы заметили, что у сына это все кибернетическое какое-то, руки, ноги, голова, то есть. А по идее это я готов вам помочь. I don't negotiate. The boy dies.
парень умрет. Класс! Ничего не изменилось. Там был такой вариант прикольный, типа... Мама, стену! Или просто no и атак. Вы видите, у него все в проводах, чисто... Они родили киборга. В «Звездных войнах» это вообще стандартная такая тематика. У всех руки-ноги кибернетические. Поотрезано все световым мечом, особенно в эту эпоху, когда они тут ходят по полной эти мечи. Картинку видел про «Звездные войны», Дарт Вейдер такой, как я ему скажу, типа, сына, я твой отец, там, блин, как мне с ним поздороваться, как мне с ним познакомиться? А, похер, говорит, просто отрежу ему руку. Как всегда. Люк, я твой отец. Короче, у меня тут два воина. Один дуболом напролом, второй коварный, сволочной. Это ты про Джека? Джек не коварный. Ну, сначала все планы узнал. Не разбираюсь. Кто-то убил, а кто-то... Так, лифт едет. Аккуратно. Я просто хотел... Как это? У меня был чисто академический интерес проверить силу полета матушки в стену. С чего вы взяли, что я хотел ее убить? Минус один. Конечно. Ну, влетало качественно. Какова это пока что самая зачетная смерть за последние серии. Сила полета матушки, сопротивление стены. Занимательная физика с Шустрилой. Соотношение, да, короче. Ту-ту-ту-ту. Надо новую передачу выпускать. Да-да-да, занимательная физика с Шустрилой. Вот тебе стены там. Нас напали. Нет, не напали. Ищем третий терминал, у нас сейчас прямо по дороге будет. Нам бы торговца прямо по дороге, потому что у меня же места нет. Нам бы не 20 FPS в игре было. Торговцы будут еще достаточно. Вот, у нас есть до пушку. А ну-ка. Нет. Нет, вот это. Там нет ничего, по-моему, а? Нет, все-таки что-то есть. Вы где вообще? Идем. По месте. По квесту Джека Шепарда, кстати, по-моему, нет? По моим трупам идем. Мы что-то были уже. Так неоднократно вот, причем. Может, мне все-таки нам маску забрать? Маску чью? Ну, не знаю. Я же разузнал план. Вот, какой-то есть квест. Маска, ее можно забрать. Вот здесь. Кого? Этого лорда вашего. Присоединимся к Джеку Шепарду. Давай посмотрим, что нам скажет. Зрит, я удивлен, что ты выжил. Как прошло? Сын Грата Мендорд? You're a condescending windbag, Bob. Ты же идиот. It's pretty easy to push your buttons, boot. Легко нажимать свои комнаты. Doesn't say much for Grathan's security forces if a clumsy clod like you was able to bang into his private chamber and off his son. Why don't you back up that перевод. У тебя с ним сложность, я смотрю. О! Короче, поругались. Если я убью убийцу его сына, то это вообще просто не все вопросы снимет. А, ну тогда это время до твоей смерти, чувак. А Барос тебя, говорит, легко заменит. Говорит, а Барос тогда придется поискать нового Сиона. And I am a smart man. Короче, он говорил, что говорит, я тебя убью, это говорит очень хорошо для моего прикрытия будет. Я не дурак, чтобы в одиночку тебя убивать. Ой, на меня нападают мужики, господи-то. Я лично хочу вот этого скотыняку. Ой, мне в стену просто влепили. Че, все? Да, слабенькие. Мне пушку новую надо, мне уже давно может, не было. Может там кто-нибудь со мной по рации бы связался, типа... Да, нормально. Так, ребята, присоединяемся теперь ко мне, у меня весело, у меня есть печеньки. Давай. Все то же самое. Ты смешон. Барос будет нужен новый спел, и больше, чем способен. Я все еще убиваю этого коротышку. Ну да. Джек, ты там все по старой схеме. Да. Я туда же пришел. Что, давай обнимемся? Давай. Так. Просто такая победа. Хватит обниматься. Не, это господа. Мы спина к спине. Да, спина к спине, как настоящий воин. Попа к попе. Попа к попе. Настоящие мужчины, бля. Настоящие воины. Ягодичкам. Че ты там ягодички? Вот не надо этого. Да, ребят, у нас тут еще кое-что есть. Где? Вот тут прямо. Это у всех нас. Какая-то машина странная. А, вот, это нам надо, да. Strange Machine. Return to... А, ну это мы возвращаться должны к этому капитану. Это раздавать уже. Это просто другой выход. А, да? У нас что-то есть. Со спины там маленько бодаются. Давайте, ребята. Вот есть псы? Ну.
Какие псы? Кто тут есть немножко? Рассказал им, кто прав, а кто нет. Мы вместе им рассказали. Показал им занимательную физику. Да, шустривый. Так, ну что? Так, нам... Нам тут что-то надо сделать. Сейчас зайдем, сделаем. Да, посмотрим. Ой, тут надо, видимо, опять что-то починить. О, вот, почини. Я представляю, как ты сейчас починишь. Сейф слева, сейф слева. Тёма. Сейф слева. Благодарю. Да. Почему вот иногда они... Вроде ну, очков хватало. Никого не трогали. Пришел поп-поп. Они вообще запрограммированы были на упор. Может быть. Такой робот. Я хотел сужить пылесосить в домах людей. А вы пришли и убили меня. Так, мне кажется, тут что-то есть, поэтому, Артур, а ну-ка, подсади-ка меня, ты все-таки больше. Да, так, метров на 20 вверх. Ты силен. Ой, ты прям сквозь стену пробежал. Это норм? Макс? Абракадабра. У меня ты через стену рванул. Тут воюет. Мне будет это здание интересно. Я тоже. А, ну все понятно, здесь подъем есть. С другой стороны, короче. И вот над нами была эта консолька. А починить? Бегут начало. А нет, не бегут. О, друзья. Вот и пришли. Big Barabum. На меня напали, если что. Но мне опять же все надо. Да ладно. Не переживай. Все отлично. Everything just okay. О, по-человечески сломали. Выключили просто. Ну, безо всяких взрывов там. Интеллект! Интеллект — это мощь. О, пошлите сюда, кстати. Интеллект — это скука. Иногда достаточно нажать кнопку «выкл». Кнопку «выкл». Помешала бы помощь. Ты куда там? Ой, Тёма там, походу, умирает где-то. Да, я даже не успеваю. Собственно. Ого, он жесткий. Так, а ну-ка, давай-ка. Жесткий, давай. Он меня... Ну, в общем, да. Это нормально. Ну да. Мне так тоже кажется. Я только слышу сейчас... Так, все. Ты еще и озвучиваешь. Ну, во время боя, значит, поднимать нельзя, да? О, это Тёме, кстати. Легкая броня, а не... да, это не Тёме, это... Если бы Тёма был колдуном, это было бы ему, а так это тебе старому. И так сойдет. Ну все равно же, по-моему, легкую броню только может надевать, нет? Не, ну а нафига ему это? Ой, та чего, хорошая. Так, нам опять надо туда зайти. Для инквизиторов, для всех. Все, теперь пора отсюда сваливать из дома. Нет, мы не успеваем выйти из какого-то здания, как нам обратно в него зайти. У нас здесь еще осталось. Так, ты сейчас нарвешься. Кто? Где? Есть. Вы опять кого-то убиваете? Не-не-не. Кто где, ребят? А, ты подлечился маленько? Тут наших пацанов отрезали, Джек, если что, да. Да сейчас паркур еще здесь. А нет, мы уже ворвались. Так, что у нас тут поблизости еще? Да вон квестик бил к нему. Да, но по карте, в принципе, чувствуется еще тут дофигище бегать. Я посмотрел, там еще целый рукав уходит налево туда, на запад. Да, мы на западе вообще еще ни разу не были, потому что... Мне кажется, там на 16-м левеле можно. Там еще темный храм. Все, больше там вообще ничего нет. Да, но зато как было. Там вот именно просто мне показалось, что один большой инстанс именно на... Вы так это смешно сказали. Всего лишь какой-то темный храм, да. Здесь не на что смотреть. Один мини-босс, по идее. И толку ничего больше не интересно. Есть какие-то квесты вроде. Пища. Но у меня они были все закрыты, когда я там бегал. Чек, шепард, лечилка. Давай. Нет, ты сам, в смысле, давай. Ну ладно. Ну... уже поздно, уже бой пошел. Но я тебе когда сказал, еще до боя там было метров 50. Ты сказал, давай, я... Ладно. Шепард, лечилка, давай, ой, уже бой. Бывает. Так я такой, Джек Шепард, лечилка, думал, все, пошла доза. Тёма место ломает. Знакомое, кстати говоря. А нет, у нас похоже было. Стоп, надо что-то делать, а потом присоединяться к разговору. Так, что мы тут делаем вообще? По какому мы квесту зашли? Остановитесь.
Вы не должны красть эту дату бесценную. Драгоценные данные. Я умоляюсь. Если бы, говорит, я не был заперт в научном комплексе, я бы вас лично встретил. Я Ланнер Дрон, главный ведущий разработчик кибернетики лорда Грета. Если бы я был тобой, я бы расстроился. Вы воруете труд всей моей жизни. Ты не раб. I'm glad I'm not you. Я рад, что ты не ты. Отлично, вы не понимаете ценность моих работ. Позвольте объяснить. Я создатель проекта ARC. Automatic Regeneration Cybernetics. Я выпустил механическое части механического тела, которые могут чинить. Которые могут расти и чиниться, как человек на самом деле, обычное человеческое мясо. Делают обычных солдат лучше. И моя мечта дать этим людям нам нужно лучше протезы, короче говоря, типа того, да. It sounds very noble. Звучит очень благородно. Ты понял, прекрасно, тогда все останется. Артур, надежда, говорит, еще тогда осталась. Лорд Греттон расшифровал мои исследовательские заметки, зашифровал наоборот. Не крадите, говорит, ее. Позвольте мне продолжить хилить себя. Прости, братан. Ну, как обычно. Артур добрый. Артур 38. Ну, какие там были шансы? Смотрите, посмотрите на это лицо. Добряк. Я ворую, да, да. Самый добрый в мире. Надеюсь, ты сможешь с этим жить. Он запросто. Назови меня в лицо, говорит, червь. Я тебе сказал, я, говорит, тебе за это дам 50 кредитов. Нормально, нет? Мне тебя жаль. Да мне вообще норм, нефиг меня жалеть, я клёвый, пойдём. Пойдём, я выбрал тот же вариант. Давай 5, братюнь, 5, ну-ка, дай мне 5. Да. Ну-ка, дай 5. Come on! Скоро вы тут, похоже, на людях целоваться начнёте. Давай! This is the power! Мы украли данные! Большого профессора! На-на-на-на-на! С кем приходится работать? Подождёт секунду. Привет, дорки. Так, а что тут за проход? Ой, кто там нагрелся? Какой-то огнеметный дурачок тут. Ну, я думаю, разберусь с ним. Ого, Тёма зарядил. А, да. Чё ж ты так раньше не заряжал, потому что там ощутимо у него ушло жизней. Так вот только приловчился. Но тут нельзя перепрыгнуть, издеваться, что ли? Так, ну-ка, чё, подожди. Во, всё, я перепрыгнул. Это был очередной пример урока занимательной физики с Шустрилом. Да. Легче украсть, чем сделать самому. И нам опять надо назад бежать. Это очень-очень-очень. Ну, вот какой-то. Нам не назад, нам на запад нужно. Тупалатку. По Black Science. Ну, вернуться, да, к Исмару. А, ну да, это как раз. Девочки, которые я сказал. Застильте и получите бабла. Если она мне даст 3 кредита, я ей голову разобью. Я помогу тебе, бра. Окей. Я помогу. Бра, это с английского лифчик. Я хотел сказать бро, но... Да ладно, все поняли. Расслабьтесь, опять поцелуйтесь, обнимитесь. Меня уборщики. Не, на самом деле, ситхи геи, это, по-моему, страшное дело. Обнимаются постоянно. Войны. Ты чё? Ты не понял? Уже с рогами, да? Уже. Ты не понял? Нам так положено... По кодексу. Да. Кодексу все объясняется. Кодексу. Оп, сейф. Да ты противный. Нормальный мужик во вселенной. Опять на меня напали уборщики. Да, опять. На тебе, наркоты. И, возможно, у вас наркота просто так плохо действует на самом деле. Я бы не стал исключить. Что ты там делаешь-то? Новую песню придумал. Так. Ты вернулся. Звуки битвы были вообще вместе здесь и звучали как музыка. Я захотел еще танцевать. Сначала эти данные. Мы будем с тобой богатыми. О, да. What's up to you? У меня есть данные. Я победил. А нет. Надеюсь, очень-очень богатый. Наконец-то! Я так долго ждала этого момента. Сейчас Артур только берет ее на руки и уводит просто. Уносит.
на корабль. Будет тысячи кредитов еще до того, как ты это узнаешь. Хорошо, что мы с тобой пересеклись путями. Ты сделал мои мечты правдой. Да мне категорически насрать на твои мечты. Я не обращал внимания на твои фантазии. Will be paid as soon as my contacts authenticate the data. It shouldn't take long. Такие дела. Короче, денег нам пока не видать. Но видать. Как 225 кредитов. Вперед. Ну, да. Так, я думаю, а нам где мой путь? Где мой меч? Атакуй. Короче, лучше рекомендации взять просто и все. Да, это что? Что, погнали, хлопцы. Так, а это что за... А, это все. Мне показалось, ее активировать можно. Так, и все назад теперь к стене. Как насчет Quick Travel? Давай, я не хочу бежать и всех убивать. Ну ладно, давайте Quick Travel. Ты не туда улетел, да? Я чуть не туда. А что дает тебе 48 социал поинтов? Я что-то не помню. За них закупаться можно или что? Они у нас набираются, когда у тебя там полоска, когда ты цену жмешь, у тебя слева есть полоска этих очков. Когда, видимо, доберется один уровень, тебе что-то дадут за это. Может, какие-то определенные оп, вещи. Деньги для женщин. Нет. Так. Что нет? Что тут? Что за голокол? Не понял. Я уже стою. Шестрилы ждёшь. А, ты ждёшь этот... I7, ребята, I7. Героик. I7. Yes, magnificent. Only the dark side engenders such power, such. Бла-бла-бла. Oh, you're still here. Какая сила, какая мощь, а ты все еще здесь? Порадуешь, говорит, меня? Это, а, нет, это тебя порадует, это говорит? Тебя порадует. Нет. The job's done. Easy. Работа сделана, легко. Ты молодец. Но моя работа только началась. Отставь меня в покое. Ну, спасибо. Ее чары не работают на тебя, Артур. А это, ребята, сережки. Причем крутые сережки, мать их. И у меня есть. А у меня такие. Поэтому я возьму одну. Сережки мило, да. Хоть немножко толще стану. Кстати, неплохие вещи. Да, довольно такие не слабые. Пойдем дальше. Давай. Сейчас, подождите, вы же продаваться хотели. А, ну да, в принципе. Давай, мы сейчас все квесты сдадим. Просто у кого-нибудь может не болеть, сейчас в инвентарь что-нибудь, если пол. Полезет, я, ты ж мне дал 300 копеек. Слышали этот звук? Not many people make it in and out like that. But I'm not seeing my men. Не видела своих людей, своих не вижу. Скажешь, что там нашел. Ну. Что ты там нашел? А я не могу. О, могу. Я нашел там мертвое мясо. Мертвечину, мертвый. Все, я побью. Они все трупы, не переживай за них. Все они. Черт подери. Я слышала слухи о гратами, о репрессивных методах гратова. Я чувствую себя не так нехорошо. Я надеюсь, они... надеялась, что они будут в порядке. Какой же я была дурой. А где четвертый вариант, Артур, тебя утешит? Ты жалкая. Используй свой гнев. Такой злодей пришел. Отличный совет от Ситха. Я постараюсь. Возьмите информацию, которую я хотел тебе передать. Дети не пожалеют, а нескольких кредитов. Нужно, говорит, семьям разослать похоронки. Больше пушечного мяса. Part of the job, captain. I'm sure you'll get it done. Не, у меня добряк. Опа. Так, перчаточки. Перчаточки которые... для, да, для, нет, для парничка. Нет, я лучше рекомендацию возьму. Конечно. Так, так, теперь давайте распродаваться. А, это что такое? Подожди, а, дропбокс? Мы сейчас заберем. Сдадим. Левел 16, это знаете что? Это значит, мой турбомеч всегда со мной. Вау! Турбомеч. Какой-то он просто с бегом. Больше фалоимитатор, больше похож на. И нифига. Ты вибро меч, что ли, взял? Ну да. Да. Урон больше, что ли? Он танковский. Ну, сит без лайтсейбера. Я теперь на левел меньше Джека Шепарда, но зато такой же почти жирный. Я не жирный, у меня кость широкая. Это просто сердце. Подожди, а куда мы... А, точно, мы же идем. Тут у нас был паренек такой, который насчет турелей. Угу. Чё хочет? Отлично, мы вернулись. Вы нашли? Я возьму эти планы турелей. Не могу, не терпится на них посмотреть. Хочу отдать их обратно империи. Там было небольшое
происшествия. Да. The plans were completely destroyed. There was nothing. Все было уничтожено. Полностью уничтожены. Там ничего не осталось. Что? Это революционные планы с империйскими, да, турельками. Перевод. Мазафака, я так расстроен. Короче, очень важные были фотки. Потому что мне придется сказать моим начальникам, что это было фейл. Это твоя ошибка. Ты сейчас сдохнешь, мать твою. Не говори так со мной. Моя ошибка. Я сит, капитан. Я делаю то, что хочу. Делай, что хочу. Я не хотел вас оскорбить. Если вы простите меня, я должен видеть, смогу ли я убрать это дерьмо и сохранить свою шкуру, знаете? Нет, твою мать. И развернулся и дальше смотреть. Ну, убить бы его. Так, вот, рекомендации, что-то их вообще в последнее время дофига дают. Level up! Сука, можно. Тебя 18 уже? Да. Бывает. Офигеть, 35 этих commendations. Это 35? Круто, мы сейчас можем мечки себе купить. Угу. И да, пойти со спокойной просто душой на героический этот флешпоинт, и там да, будет... Ой, как весело! Вау! У меня 22. Что? Вау! Так, а флешпоинт мы, кстати, отсюда отправляться будем. Прикольно. Вот, да, это, вот этот корабль, да? Да, вот этот шаттл. Mm-hmm. Корабль-шаттл. Сейчас торговец. Продаться, ребята, нужно продаться. А вот всего. Сколько уже времени вендором. Идет? Да, кстати говоря. Я не знаю. 30 минут. Пробно. Мало. Мало еще. Почему вендор его называют? Ну, потому что... Это перевод торговец, как бы, вендор, да. Ага. Будем знать. Мне бы 19 уровень. Так, подожди, блин. Так, это бесполезно. Бесполезно. Тут, конечно, блин, кое-что пригодилось бы мне, возможно, для создания брони. Ну. Но я все продам. Так. Короче, нормально. И подчиниться нужно. Так, Макс, ой, не да, помнишь, кстати, где у нас был наш тренер? А там далеко, где пасутся козы. Ну, да, я бы хотел выучиться и потом все прилететь, и мы на флешпоинт сгоняем. Ну да, 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 давай, поехали учиться, я согласен. Дарт Баррес что-то мне прислал, 197 кредитов. Да, кто стреляет там, это что это такое? А, это какой-то придурочный. Смотри, что делает, твою мать. Думает, крутой, сейчас я его обниму. Опа, так, опа, чё опа, этот... Я его обнял. Полетели в Каас-Сити, и оттуда полетели к тренерам. Это погнали. Хорошая идея. Потом у нас осталось флешпоинт, и, собственно, идти сдавать... Ну, туда же, собственно говоря, короче, да, говоря, собственно... Собственно, собственно, натурально безумно. У нас осталось еще полкарты не открыто. Ну, я думаю, нас сейчас туда и пошлют, и это, я думаю, да, уже последний будет квест. По-моему, да, так уже как раз. По уровню нам там будет. Скорее всего один последний квест будет у каждого. Угу. Такой серьезный уже. Ну и по дороге парочку еще схватим, короче, как я и говорил. А потом Хероик, по-моему, пойдем. Там будет, и блин, еще какая-то такая, я не помню, честно говоря. Хероик плюс 4 там, по-моему, аж будет. Турки плюс 1 вполне Хероик возможно. Я не отрицаю этот дождь вечный. Надоел этот город. Поначалу нравился. Быстро надоедает. В самом начале ты говорил, что этот город не такой прикольный, как тот, который был. Вообще, ребят, в иерархии ситхи, они пожестче обычных, да, вояк? Ну вот, то есть нам говорит капитан каких-то крутых войск, что мы облажались, и мы ему говорим, да я ситх твою мать, я тебе сейчас там на немецкий флаг, понял? И... Ну, понимаешь, человек, владеющий такой силой, в принципе, уже какую-то угрозу представляет реально. Тем более ситхи, они как больше, наверное, к императору все-таки приближены, чем я, всевозможные, короче, солдаты. Понял, но мы жесткие, да? Да, мы жесткие. Мы жесткие, в общем. Короче, империей рулит император. Император ситх. У императора, короче, орден. Он как раз, кстати, вот ситх. Так, все, я вспомнил, где тренер мой. Окей. Так, куда я вообще бегу? Беги за мной. Хотя твой паркуром тренер, занимаюсь по другому зданию. Так, у меня еще 15 левел до сих пор. О, все. У меня здесь какой-то смертельный кидок. Мне наконец-то дали то, что я хочу.
Например? Я теперь могу агрить с вас, если на вас нагрелся, я нажимаю, и на меня сразу он щемит. Хорошая способность, кстати. Это хорошо. Хорошая для нас. Новая взрывчатка. Heroic Moment. Да, Call of the Force. Это тоже неплохая штука. А что это такое? А, это типа компаньона зовет? Нет, это, по-моему, лечение прямо во время боя. Ой, оперативник, к сожалению, ничего, я думал, лечилка новая появится. Там, во время боя. А, понял, прикольно. Откат, правда, 20 минут. Деньги кончились? Не. Помнишь, ты говорил, я тебе там по 30 здоровья восстанавливал? Ага, это оно? Вот это не. О, а мы, кстати, тут еще в городе квесты не взяли. Good hunting. Так-то. See anything you like, да ладно. Bring your credits back anytime. Потом! Да потом! 37, армора 1, стрэндж 17. Так, я сейчас, пожалуй, сложу то, что у меня там есть. Аналогично. А я купил 15 очков все штанцы. Штанцы одеваем. Ничего не ты все в своем халате банном ходишь, да? Да. У тебя такого нет. Да, у меня вообще. Так, кстати говоря, а где здесь у нас находится этот машина, на которой можно, собственно, совершенствовать свое оружие? Его и так можно, но за это деньги отнимается. Ну ладно. Так, Ctrl и правый клик, чтобы модифицировать. О! Вот это оно. Так у меня на удивление, оказывается, ничего нет. Вот это оно. Так, ладно, короче. Чё у тебя оно там? Ща-ща-ща. А, это тот меч, который передали, да? Не, новое. А, вот, вот, ты посмотри какой. Хламида. У меня тут тоже одна хламида лежит. Так, ну все, собственно. Теперь осталось мусор всякий продать. Ну ты теперь вообще опасно выглядишь. Ну такой. Даже рожки не видать. А где можно оружие прокачать? Где-то есть такая штучка? Оружие прокачать можно, ты просто через можешь. C нажимаешь, выбираешь, правый клик и мышкой. Уже сам мне тогда об этом говорил. Там только оранжевая, по-моему, да, прокачивается? Я честно не помню. Это, по-моему, любое. Нет, то, которое можно прокачивать. Ну, оранжевое, которое. У меня фиолетовое. А, вот я нашел. Я уже нашел. Смотри-ка, тут еще одна, оказывается, кладовка есть. Так, подожди, а сейчас я... Мы там топчемся. Блин, ну вообще-то, конечно, надо еще марки делать потратить. За кадром, так сказать. Так, по идее, да. Что, давайте... Ну ладно, нормально. 37 давай. Минут. Давайте закончим, господи. Won't find a better bargain. Так. Come back anytime. Все, короче, в следующей серии пойдем сдавать уже наши квесты и брать новые. Давайте все соберемся в одном месте. Давайте. И, собственно, так, на площади где-нибудь вот здесь. И, собственно, будем прекращать. Двух статуй. Да, в следующий поедем в Дромонд Касс Сити Централ. Блин, ну у тебя видок, конечно, теперь. Криминальный. О, ты просто мощен. Мощен просто. Подождите меня. Да подождем сейчас. Вон бежит. У меня, к сожалению, блин, я думал, прокачка будет посильнее, такой лечилка. Серьезный парень, впору нет. Да, это вообще. Так, а это кто такая прибежала? Короче говоря, давайте прощаться. Увидимся завтра. Всем пока. Всем пока. Всем пока. Не подсказывай. Мы сами можем выбирать, когда вы говорите что. Короче, увидимся завтра. Пока.